Так, что мы имеем? Где мой журнал? Где мой журнал? У нас есть код координаты 3964. Тангароа это называется место. Чтобы это не значило. Что это? Это типа подводный город? Вот не знаю. Так, что там какие? 3964, да? Шлёпс. Yes, yes. Шлёпс. Нужно оплыть этот остров и прямо проплыть 1951. Ну-ка. Во как. Вон, смотри, у нас чаечка сидит. Чаечка. Видишь? А, да-да-да. Вот, кстати, ты видишь что то, что рядом? Это майор, вот этот, которого я поймал. Где? Да вон, видишь сверху, вот эта хуйня, где чайка? В смысле, вот эта игрушка, что ли? Да-да, это майорчик. Он там, типа, внизу был. А-а-а. Опаньки. Так-так-так, куда нас разворачивает? Куда-то не туда нас немножко разворачивает. Меняем направление, активируем мотор. Бля, ща его разворачивать будет. Так, ща разворачиваюсь чисто как в реальности такой. Задним ходом, хуяк. Это я умею. Чуть а у меня клей есть, плавает. Кстати, еще остался взрывчатый прикол. Так, все, меняем направление. Акула, 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 акула! Где? Блядь. Что-то сучка, не зря, я не зря поставил ту защиту, слышь, чел? А, защиту она ее схавала. Да, только у меня... Ты можешь, короче, поставить ее, а то... Бля. Блин. Так, почти 2000 километров. О, прям, почти прямо, ништяк. О, чувак, тут два новых рецепта появилось. Патрон сеткомета и фейерверк. И они оба очень дешевые, короче. Сейчас, ну-ка. Yes, fair work, my boy. Теперь мы можем провести парад победы. Да, 9 мая. На плоту. Ты что-то еще заложил? Еще что ли? Я еще. Сколько у тебя этой херни? Ты сколько рыб поубивал? Все, ноль. Мне просто повезло один раз, то что с одной рыбы выпало много. Ночь и тишина. Я, короче, занимаюсь логистикой. Смотри, мы плывем. Смотри, видишь луну? Держи, куда? Ты когда-нибудь видел тут луну? Смотри, она восходит. Нет, прям. По-моему, она появилась. Она прям восходит, и свет такой. Блин, какая красивая лунная дорожка, кстати. Блэд, красиво. Блэд. Слушай, брат, может, она, конечно, и была, мы когда дебилы сейчас такие. Бля, никогда не видел луну. Бля, ну ты, кстати, выглядишь... А ты же есть елочка, по-моему, да? Да. Да, у тебя даже сетяндры по лицу. Ну, чуть-чуть так. Под футболкой. Ты чё? Я решил поплавать. Нет, плыви через плот, он быстрее тебя, он быстрее. Хуй-то там, я быстрее плота. Да мне просто повезло, брат. Мастер спорта по плаванию, нахрен. Топор хочешь? О, смотри, смотри в небо, слышь? Блять, вот ты для этого делал, серьезно? Да-да-да. Какая хуйня, бля. О, и чаечка такая летит. Подожди, брат, сейчас я все покажу. И чайка тоже такая, какая хуйня? Чё там еще запустил? Сколько их нахуярил, блядь? Акула, блядь, ты чё не слышишь? Она защиту есть, пофиг. Я остановлю мотор, подожди. Тормози, бля, я пить захотел как раз. И тот мотор! Что ж такое-то? Вот, я за ней сплаваю. Да налей ты воду, ёб твою мать. Ладно, давай якорь бросаем, мы въебались. Так, давай. Хорошо сказал. Движок, спокойно. Не выключить. Что-то он перенапрягаться начал. Да? Да, он прям такой звук стрёмный. Ты скинул якорь? Да, я скинул. А, вот из-за этого, наверное, он перенапрягаться начал. Так, ну что, погнали наверх. Погнали. А у тебя топор есть? Понятно, я сделал. Сделал уже? Да, сделал. О, ебать. На паркур. Как говорится. Во, давай, руби пальмы. Тут капец. Подожди, я решил пойти. Я теперь ездить хотел, да? Чё, куда ты там поплыл? За водорослями. У нас их нет совсем. И, кстати, железо у нас тоже заканчивается. Руда, в смысле. Ну, блин. Картофель нахер. Медь.
Вот это тоже попробую пособирать, потому что у нас этого нет. Мы только 5 железа нашли, типа, на той этой базе. И все. У меня скоро крюк уже ёк. Ница. Ой, акула. А, да, она уже пришла? Да, она уже кушать меня собралась. Так, сейчас я акулу своим фирменным атакином. Фу! Двоечкой. Хуячу. Так, давай, акула. Раз на раз, вышли. Оп, не поймала меня. Где ты? Где она, блядь? На днище залегла. Где она? Вот она. Оп, не попала. Правда, и я не попал. Но это уже другая история. Так. Лайфхаки как. Хуярить акулу, блядь. Она не попала, я попал. Так, два раза по ней попал. Вижу, стрела у нее из жопы торчит чья-то. Оп, она не попала, я попал. Надо всплыть, надо всплыть. Че, акула, ты сам? Все, готово. Я думаешь. О, отлично, я пока подберу стрелы. Заобьюзили, пидорасину. Заобьюзили. Слушай, а зачем нам кожа нужна, кстати? У нас есть дубленая теперь, кожа. Теперь ровно назад нам надо 1100 еще проплыть. Чаечка где-то кричит. Че там, кстати, чаечка у нас сидит на гнезде? Я не знаю, она бесполезная, она просто перья дает. Не-не-не, она, по идее, яйцо должна высадить. Высадить? Че, десант? Ебать, посмотри! Это не подводный купол. Оу, фига пролагала. Это да. Надводный купол. И он огромный что-то какой-то. Он вообще гигантский. Что-то меня руль не поворачивает. Ебать! Мы же замучимся на нем лазить. No, так, bro. Я вижу дверь, но она высоко находится. Нам, походу, надстраиваться придется или что? Да не, ну а нет, он? Это не двери, походу, это. Ну, похоже, как будто на шлюзы какие-то. Там он с другой стороны есть. Ща посмотрим, ща про... Смотри, там прям небоскребы внутри. Да? Yeah. И главная башня такая по центру. Охренеть. Смотри, посмотри на это великолепие. Holy fucking shit, как говорят мои родители. Глядя на меня. Holy fucking shit, he's so fat. Слышь, блядь, вот этого же не надо отсюда. Так. Так, 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 так. Ёбаная акула, пиздец у нас. Пиздец, где моё новое копье? Эта сука успела отгрызть частичку нашего плота. Ну все, братан, теперь ты тоже. Смотри, видишь. Смотри, тут это, стрелочки указаны на этом самом. А, нам нужно. Давай его оплывем, короче, мне кажется, легче его оплыть. Ну да, он круглый. Прикинь, там тупик сейчас будет. Все, вы приплыли. Чисто бра. Ну, звучит как буксир на каком-то баркасе такие плывем. О, теперь стрелочки в другую сторону. Видимо, там будет какой-то вход. Тангаро, это оно. Это наше место. Во-во-во, видно что-то, какие-то эти. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какая-то штука здесь. Готовь якорь. Да, давай, смотри, давай. Вот ворота. Блин, ну мы туда не скажешь, заплывем, когда потому кидать. Что они приоткрытые. Окей. Так, так, еще чуть поближе, чуть поближе, чуть поближе, чуть поближе, чуть поближе. Ох, блядь, мы въебались. Кидай, 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 кидай. Кидай, кидай. Выключай мотор. Да, все отлично. Так, ну шо? Надо запастись водичкой. Ну чё, плыви ко мне. Плыву к тебе, плыву к тебе. Тут аккуратненькая дверь. Ой, такая. Ой-ой-ой, а чё я так? А чё я не могу? Ну вот сюда, вот сюда. Все-все-все, плыву. Еман. Да, тут прям шлюз. Ну-ка, а чё тут есть? А тут ничего, я чекнул, это коробки, они не открываются. Вот, нам сюда. С той стороны тоже. О, ух, ёк, макарёк. Так, смотри, плантация, лифт. Surface access. Это типа что на поверхность, такое, давай. Что такое surface? На поверхность. А-а-а. Это surface, это поверхность. Охранная дверь закрыта зона, с другой стороны. Генератор, блин, нам туда кафетерия. Сначала. О, а-а-а. Кафетерия, жрать. Кафетерия — это локация на карте в Манкас, столовая, где голосование проходит. Чё, погнали вниз? Погнали. Чё, там вода опять, что ли? Нет. Блин, тут так темно. Да, есть такое. Кафетерия. Погнали в кафетерию сначала.
Слушай, тут труба какая-то, а ее нельзя юзать. Карта? Mm-hmm. Тут наш старый знакомый, походу. В смысле, какой? Крыс. Вот сзади, где? Ты что, не видишь? Нахера он? Все? Все, готов. Это же крыса, да? Да. Да, такие же, как на яхте были. Все, захерачивай. Так, что, куда нам? Ну, я думаю, сначала первый сюда? Поворот проверим. Давай. Да, тут кафетерия, говорят, какая-то. Винтовая лестница, ничего себе. Винтовая лестница без пены. Ох, блядь, сзади на меня напал опять хуйня. Ты их вообще не видишь, да? Я в тебя попал. Да. Больно. О, вырубил. Ничего себе, я стрелу забрал себе. Сука. Случайно. Я забрал себе случайно. Тут могут быть, кстати, всякие штуки. Нет, надо смотреть. Тут вроде ничего нет. Ладно, пойдем дальше. Надо быть осмотрительнее, короче, а то крысы, оказывается, водятся тут. Видимо, людей тут уже нет. А мы-то надеялись. Неужели вообще ни одного человека нет, вот представляешь? Так, капец. Генератор, склад. Давай кафетерию сначала проверим, может. Блин, ладно. Че, думаешь, туда лучше сначала? Блин, тут. Давай кафетерию, она одна, а там сюда, только. Да. Ох, еман. Не ешь только без меня. Посмотри на это. Оу. Смотри, вон еще крыса. Оу, чувак, записка. Крыса, блядь, сзади! Бля! Ты вообще глухой? Да. Я инвалид Великой Отечественной. Тыкай. Готов. Подожди, только не бери стрелы. Хорошо, сырое мясо. Так, ну что тут у нас? Цветочки всякие. Вроде вот, смотри, я нашел записку. А, да? Да, вот тут. Где ты? Она на столе лежит. Подбирай. Давай. Так, смотрим. Тулли говорит нам налегать на двигатели, чтобы оторваться от флота плотов, которые подбираются все ближе. Мы предупреждали, что реактор не выдержит, и Тангароа застрянет посреди океана. А он просто сказал, что мы работали. Чтобы мы работали. Ну ладно, Тулли, как знаешь. Ебать, ты там с кем уже воюешь? Все. Короче, эта штука еще и плавучая, оказывается, прикинь. Она двигаться может, ты имеешь в виду? Да, у нее тут реактор есть, она может плавать. Нифига она. Так, тут есть пластик и хлам, и всякая такая штука. Ну, короче, неинтересная штука. Должно... А что-нибудь из еды есть? Я есть хочу. А ты не взял ничего с собой? Нет, я взял, просто я постоянно есть хочу, братан. Вот тут что-то валяется. Хлам, пластик. Деталь для генератора я нашел. Доска. Где-то доску я нашел, прикинь. За мной крыса, по-моему, бежит. Да. Гаси, падлу. Готово. Ты успеваешь стрелы подбирать? Да. Хорошо, так. Ну, опять хлам. Хлам, понятное дело. О, проход. Тут среди этого хлама может заваляться какая-нибудь полезная штука. Вон, ну, там смотри, деталь лежит. Какая-то штука. Для генератора, скорее это всего. Это для генератора. Пойдем, да, мне кажется... возьмем ее. Вот здесь проход. Да. А, это туда, куда ты хотел, по-моему. Крыса, изначально. Крыса тут. Слушай, у нас неплохо получается. Бери стрелы. Да. Блин, да, еще одна для генератора. А сколько их надо, интересно? О, надо ее сначала, короче, обобрать, а потом. Блин, слушай, у меня прям быстро уходит копье, хоть оно и металлическое. У меня лук тоже. Так. Кафетерий мы все обшарили. Мы вернулись в кафетерию. Вот тут что-то мы не были. А мы тут были, да? Так, ну давай, ладно, давай дальше пойдем. Давай в другую сторону тогда. Направо. Подожди, я проверю вот этот шкаф. Нет, тут ничего. Там открывается? Я думал, он открывается. Так, тут так. Есть. Дверь закрыта с другой закрыта. Стороны. Так, значит, вернуться идем... в кафетерию. Вот смотри, зона. Вот тут можно. А, нет, это в другое место ведет, кстати. Да? Ну ладно, давай вот это чекнем пока. Ты можешь это открыть, потому что я. А, это, наверное, туда, где мы поворачивали. И сюда мы могли пройти, да. Да-да-да. Мы. Блин. Че там, аккуратнее, посмотрите меня больше. Да. О, управление краном. О, деталь. Смотри, тут можно управлять вот этим краном магнитным. Похоже. Деталь для генератора. Лестница сломана, да.
О, так. Доски, доски, чувак, поднимаем доски. Зашибись, халява. Так, ну что, я полез. Давай. Тогда смотри, ты поднимай, а я буду проходить. Ох, еман, тут прям ребусы такие. А что? А, все понял, это точка. Так, тут что-то предмет еще какой-то. Готовый картофель. А, использовать деталь для генератора. О, тут надо три детали. Мы все три собрали? Да. Все, ништяк, генератор работает. О, свет! Отлично. Экран сейчас заработает тоже, значит. О, еще предмет какой-то. Арбуз. Так, ну что, я управляю, значит, да? Да. Система работает, все четко. Так. Какие, тут куда некоторые из них полые, то есть я могу в них войти. Войти? Да. Ну типа, смотри, видишь, ладно. Смотри, вот в этот вот я могу войти вот так прямо и выйти с левой стороны. Вот, этот тоже такой же полый. А что если я... Ну-ка попробуй поднять. Так, как нам пройти-то? Если я сделаю вот так... А чё, почему красным горит? Эвакуируй персонажа... Ты в зоне клешни, уходи оттуда. А, я думал, чё. А, ниже она не сможет, да? На них какие-то полоски странные отметены. Отмечены, то есть. А, это типа как я могу по ним пройти, чувак? Типа я могу прямо вот тут идти? А, насквозь. Там дырки есть. Да, да, я ж тебе говорю, некоторые из них полые. Блин, так, ну что, сейчас давай, посмотрим. Работай. Так, ну что, могу сказать, готово? Давай посмотрим, ну-ка. Да, да, все работает. Чики-пуки, еман, мегамозг. IQ 130, прям как у меня. Да-да-да. Так. Хоп-хоп-хоп, здорово. Слушай, может тут какие-нибудь колюхи были? Мне кажется, нифига. Так, крыска, вот какая-нибудь пасхалка там была. Или нужная деталь. Бля, чувак, у меня лук все. Блин, у меня есть лук, надо? А, да, давай. Зря я тебе два лука выкинул. Да. О, отлично, этот почти целый. Спасибо, бро. Да, мясо с него добудем. Пригодится потом. Опа, чертеж, водопроводная труба и записка. Так-так-так, записочку давай посмотрим. Чертеж возьмем. Так, записочка, значит, да? Двигатели загорелись. Мы два дня подряд шли на максимальной скорости. Проверили проводку и нашли целую кучу мертвых жуков, которые забились в трубку подачи охладителя. Один из инженеров осмотрел внешний блок двигателя. Нашел там мальчика с собакой. Хорошо, что нашел. Мы уже готовились закрыть все и уйти. Осталось закрыть ториевый реактор и можно идти. Вон оно как. Идем дальше. Куда нам дальше-то, кстати, наверх или... Вот сюда, да. А, нам сюда нельзя. Что ты сделал? Я открыл люк. Походу, пора сваливать, чувак, пора сваливать. Сверху который был? Да. Давай сюда, тут дверь открылась. Давай, я бегу за тобой. О, черт, скорее, тут дверь. Открылась. Давай. И блядь, куда нам? А чё она? Бля, ты её закрыл за мной, бро. И куда нам? Чё, ты зря, видимо, открыл люк. Чувак, нам придется плавать. Я даже не знаю, где мы. А, вон, смотри, плантация, еще что-то написано, видишь?
Не, это типа мы туда должны или позже это мы попасть. И были там? Не, вот склад. А, вот, вот он, короче. Да. Вот склад. А вот лестница. Мы теперь до нее можем достать, да? Да, да, ебать. Изи. Так, тут записочка. Что написано? Когда двигатели заглохли, мы пошли проверять, в чем дело. Оказалось, аппаратура поджарилась из-за кучи жуков. Можно сказать, Тангароа пришел конец. В довершение всего поднялся бунт после того, как Тулли открыл огонь по плотам. Мы с инженерами, мальчиком и собакой нашли безопасное место и запаслись едой на пару месяцев. Надо раздобыть лодку. Яман. Тут все тоже плохо, да? Да, этому месту тоже хана. Пойдем, короче, в тот проход или откроем доска? Этот? Давай этот откроем. Плантация. Ну, слушай, звучит многообещающе. Фига ты, растаман. Не-не, ну плантация разная была. Может, мы там негров найдем? О, шайца. Это не похоже на негров. Что это? Соя. Бобы соевые. Тангароа премиум. Яман. Так, ну что, надо действовать. Подожди, 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 ну-ка. Сейчас. Опа! И найсово. Поливалки такие, смотри. Мне кажется, нам тут не нужен фонарь. Так, да. И куда нам здесь? Ну, там есть дверь, но... Да. Но нам, походу, туда. Да, смотри, сейчас. Там вот что-то красное. И вот там рубильник, походу. А я в ту сторону. Давай туда, а я сюда. Давай. Тут что-то можно с этим сделать, но я не знаю, что. А, и тут записка есть. Клейкую ленту, кстати, можно поднять. Я тоже нашел, да. Так, записочку так, читаю. Так, я еще одну сейчас подниму. На банановых деревьях завелась целая туча жуков. Впервые такое вижу. Пестицид не помогает, они его как будто не замечают. Кабина не отвечает, а жуки все сожрут, если их не остановить. Ну да ладно, мелкие твари, посмотрим, каково вам будет без воздуха. Еман. Ты пропустил, клубника. Где? Вот, клубника. Можно собрать. А, тут можно рубить даже. Вот это вот. А как рубить? Мачете, что ли? Ну-ка, давай походу. Не рубится. Давай я топориком попробую. Топор нарисован. Да, я могу топором. И мне банан дает, и доски, и все дела. А, ну то ли там такая мини-пальма. Клубника. Ты можешь клубнику собрать. Там дальше. Давай, короче, когда электричество вырубим, оберем все тут. Тут не выросшие бананчики еще. Окей-доки. Вот там тоже пальма есть. Так, вот, я вот уже здесь, вижу следующий вот здесь генератор. Пальма, слышь, руби, алло. Давай, тогда ты собирай клейкую ленту пока. Тут есть клейкая лента еще. Мне кажется, да, потому что я видел генератор. Вот там вот. Ладно. Пока вижу только клубнику. А, вот тут что-то тоже какой-то этот чинить надо, да? Да. Ну подожди. Требуется 3 клейких ленты, а у нас 0. Угу. Нам, походу, вот на поверхность нужно выйти. Вот видишь, вот тут Surface Access. Думаешь? Ну да. Опций у нас больше нет. Ну, пойдем посмотрим. А там в закутке больше ничего не было? Не. Чувак. Еман!